Здравствуйте, дорогие мои соотечественники. Вот я пришла на 12 этаж. С видом на море, с бассейном, сауной. Вот они, дуо Тори, палаццо. Двадцать этажей. Я их тоже снимала. Если вы помните, это вот Пьяцца Драго, самое лучшее такое, где очень хорошие рестораны рыбные. Вон там, которые со стульками белыми, это Айсуши, ресторан Тасуши. Здесь с правой стороны есть кафе-бар Дуо Тори. А вон там вон море. Километры и километры побережья моря. Вон рядом с этим краном это Таити Бич. Новый дом построенный там на последнем этаже, по-моему, даже миллион стоит. 9 часов утра. 9 часов утра. Потому что из-за коронавируса сауны были закрыты. Сейчас посмотрим, какие у них здесь сауны. Мне сказали, вроде есть сауна. Вот почти 9 часов утра. Это вот бассейн должен быть с гидромассажами. Да, вот они, гидромассажи. И здесь я вижу гидромассаж. Посмотрим, какие гидромассажи. Это вот со стороны другой Лидо Диезо. Посмотрите, как красиво. Очень даже красиво. Все зелено. Очень красиво. Видите, какой Лидо Диезо? Зеленое все. Да, зря я включила, будет шумно. Здесь душевая сразу. Это вот предосторожности в сауне и в бассейне. Посмотрим, что тут есть. Так, здесь ничего нету. Сауны. Где же сауны? А вот они, сауны. Сауна финская. Супер. Баньо турко. И душевая. А там наверху что есть? Диваны, чтобы релакс было. И посмотрим, что есть наверху. Тоже диваны, чтобы отдыхать с кондиционером. Посмотрим, сколько градусов. Может, с утра еще даже... Еще холодное, что ли, с утра? А нет, уже теплое. Закроем хорошенько. Здесь, наверное. А туалеты здесь. Туалет надо лучше оставить открытый, чтобы воздух заходил. То есть освежился, чтобы, может, другие люди заходили. Ну что ж, желаю всем здоровья и добра. Здесь надо оставлять комнату, номер. В 11 часов дня я попросила оставить 12 часов дня, чтобы спокойно выпариться и все такое. Желаю вам здоровья и добра.